В воздушном пространстве Житосуского края появилась новая авиалиния «Талдыкурган-Алматы». Пока самолет будет доставлять талдыкурганцев в южную столицу 4 раза в неделю, но в скором времени количество рейсов увеличится. Почему было решено возобновить работу воздушного моста, расскажет наш корреспондент Гульнара Жантасова. Авиалиния Талдыкурган-Алматы и обратно работала еще в далекие советские годы. С приходом трудных 90-х рейс был закрыт. И вот теперь, спустя 20 лет, вновь объявляется посадка на самолет, отправляющийся по этому направлению. Кроме того, что авиационная компания Талдыкурган-Алматы была Причина возобновления работы воздушного моста довольно серьезная. По земной дороге сегодня до Алматы добраться сложно и долго. Неудобства доставляет вновь строящаяся автомагистраль. Решением проблемы и стал новый авиарейс. Я первый пассажир этого рейса, у меня первый билет. Я очень рада, что запустили новую линию. Теперь не нужно тратить время на дорогу. Ведь чтобы добраться до Алматы, сейчас у нас уходит от 4 до 5 часов. Теперь благодаря самолету мы в Алматы будем через 40 минут. Дороги плохие вот именно. И так на самолете так быстро, удобно. Пока по направлению до Алматы самолет будет летать 4 раза в неделю. Но работники аэропорта утверждают, это расписание временное. Понедельник, среда. Суббота и воскресенье. В зависимости от загрузки будет решаться вопрос об увеличении частоты рейса. В свое время Талдыкурганский аэропорт принимал на посадку самолеты из Алматы, Астаны, Балхаша и Ушарала. В этом году здесь капитально отремонтирована посадочная полоса. По словам специалистов, это обеспечит реальный шанс расширить возможности аэропорта. У нас аэродром способен принимать любые типы воздушных судов. И наш аэровокзал, он способен обслуживать пассажиры, где-то порядка 100 пассажиров в час. Так что теперь будем работать. До 2016 года планируется полностью обновить парк самолетов. Тогда уже появятся новые авиарейсы республиканского значения. А более легкие воздушные суда будут летать по местным авиалиниям. Гульнар Жантасова, Олжас Байбусынов, Алматинская область.